Ярко и по-летнему жарко. На площадке перед Институтом филологии и журналистики начал работу студенческий фестиваль. Участники рассказывают абитуриентам о своих факультетах и научных проектах. Мы показываем основной, в принципе, наш агрегат, с которым мы работаем, микроскоп бинокулярный, и показываем препараты, показываем основной модельный объект, вот это мышь. И также вот сейчас у меня коллеги настраивают удаленное управление компьютером рукой, ну, то есть это уже направление фундаментальной кибернетики. А что может дать наш институт? Ну, во-первых, отличную платформу для самореализации, крутую возможность изучить как и славянские языки, так и европейские. Конечно же, попрактиковаться и в медиа-центре, улучшить свою сценическую речь и многое другое. У нас искренняя и настоящая команда ярких ребят, очень талантливых. У нас проходят различные внутренние мероприятия нашего института, которые... правда отличаются от других, опять-таки, своей искренностью и классными моментами. Тематический студенческий фестиваль проходит уже второй год подряд. Новый формат подсказали эпидемиологические ограничения. В связи с пандемией мы не смогли общаться с абитуриентами в аудиториях, мы общались с ними на улице. Эта традиция нашла свое продолжение, и поэтому мы решили сегодня активировать вот эти процессы так, чтобы абитуриенты приходили, встречались со студентами, обменивались интересными идеями, студенты давали полезные для них рекомендации, ну и, конечно же, преподаватели показывали свое мастерство. Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев, выпускник университета, в первый день работы фестиваля пожелал всем участникам удачи и посоветовал абитуриентам при выборе вуза и факультета слушать в первую очередь себя. У нас много хороших вузов в городе, но университет занимает особое место. Здесь удивительное, уникальное преподавательское, студенческое, научное сообщество. Конечно, при выборе профессии и при выборе факультета, специальности, на которой будешь обучаться, прежде всего нужно прислушиваться к себе и в соответствии с тем, что говорит ваше сердце, ваша голова, нужно делать выбор. Но здесь любой найдет себе то, что захочет. И гуманитарий, и технарь получат необходимые фундаментальные знания. Презентация факультетов проходит по выходным до 15 августа. Любовь Шапко, «Время новостей».